На конкурс дети читают стихи для «Лабиринт.ру». Старюхин Богдан, 9 лет, город Пенза. Братские могилы, Владимир Высоцкий. На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов и вечный огонь зажигают. Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. А в вечном огне виден вспыхнувший танк, горящие русские хаты. Горящий Смоленск, горящий Александр, горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?